Так, ну что, Титаник с бородачом. Против часовой? И за часовой. А, он против часовой. Чтобы вы не пересеклись там. Да, да. Проехали. Дожимать не буду. Да. Я же катаю, не выступаю, не делаю ман. А я ж поехал. А шампан сегодня есть. Я вкладываю на багажник. Там уже побачу, что это все. Так. До посинения. Франц. Тут заруба будет сейчас нормальная. На рейде стоят. Смотрим. Предлагаю вокруг яхты разворачиваться. Получается, что ни два в кадр не попадают, а непонятно, кто с кем борется. Ну, меньше приближения сделать.
там получается, что шире надо возвращаться, чтобы совсем правильно разместить. Он еле ползет. Раздатку выбило, скорее всего. На УАЗике надо раздатку будем подвязывать. Там выбивает. Там обычно профессионал. Оп, карабинчик и все. Дровер кричат. О, сейчас будет волна. Надо бежать. Взяли две катушки и две трамплера. Там тоже яма, да? Ну да, за шторками с этими. Так они типа на задних колесах ребут? На дыбы поставить. Он улетел, но обещал вернуться. Так сидит таки белый. Сейчас еще там Дакар будет, да, тягание блока. Да. Вон, смотри, как тут место. Нормальное место я накатал сейчас. Хорошее место я вчера накатал. Деквазик сидит, Шишина сидит. Франц пытается помогать. Но там уже, короче, сидит половина. Амфибия плывет, одна, вторая. Сейчас у них будет там своя вечеринка, своя атмосфера. Ну, прикинь, сейчас за ними все как ломанутся, думают, ну этот же прошел, и мы сможем. А могут.
Надо, знаешь, что сделать? Надо выплыть, встать в самом глубоком месте и кричать: подъедь, дерни там меня, заведи. Пивасика там это самое, подвезите, пацаны. Это заруба нормальная. Так, такое полубортовали друг друга. Или уходили, но так не скажешь даже по брызгам. Очень близко. Так там уже два форанера что-то столкнулись. Что этот Nissan вообще ни о чем. Витос? А? Это Витос, который? Ну да, типа. Это только решетка. Да-да-да, кстати, может быть. Там надпись «Продаю» на нем. Было, когда это появился из-под воды с надписью «Продают». Да? Бабушка ездила по выходным на базар. Люди начнут расходиться после «Титаника». Видишь, очень динамично. Надо всех пускать на «Титаник» сразу. Причем вот туда, где этот, 80-ку доставали. Я вчера этого Сансаныча доставал. Вот это. Тоже так вернул. Задница с... Чуть не выиграл. С кого-то взял сесть себе или нет? Надо идти покупать. Там заруба нормальная. Походу батя проиграл. Сливается наш Руслан с горизонтом. Что-то он еще переключить решил.
наверное, вступил в какую-то беседу с этим. Легче идти. Ну да, он типа все волны перед собой. С другой стороны, он может подталкивает его. Но ему далеко обходить этот. Ну да, то сейчас крутит и назад. Хотя может сейчас и успеет. Может еще заехать, так далеко обходит, что он может еще заскочить за лентой. За изоленту. Где-то так даже вроде обгоняют. Как сразу у него улыбка пропала с лица. Тут, походу, без шансов. Ну да, уже можно ехать назад. Его аж носит, блядь. Да, прям серьезный. Смотри, блядь, дворники включают, вода разбивается. Так они руками помогают, не считается. Да-да. Назад просто и первый. Да, тут разворачивается уже сразу. Мне нравится, все так смеялись. Все нормально, Нормально, еще раз рулит на ногу. Все нормально.
привет, все нормально. Нормально. О, сейчас прямо, давай. Чуть ли не в аквапланирование зашел. Опять надо. Что-то Денчик не участвует, что-то разбил. Вот, только вот хотел спросить. На этом намотал себе для улучшения плавучести, блок плавучести. Тут с францем, конечно, совладать. Там справа просто ехать чуть-чуть легче, он же пока справа ехал, тоже вырывался вперед. Ну, в начале слева яма больше. Он уже развернулся, еще и канистру намотал бы, а нет, просто утопил. Если хочет подрезать. Thank you.
шноркель есть? Зачем? О, все. Нормально так сели, только головы торчат где-то. Что, подъезжаете или пусть еще? Нормально занырнули. А чем они думали, когда туда ехали? Небо и море. Блядь, мы хоть не затонем. Цепляйте сзади. А вон на лодке подплыли. Цепляй на фаркоп. Скажи, пусть на фаркоп цепляют. Цепляй на фаркоп эти штуки. Перед нами нормально, да, идет. Готово?